Здравствуйте. Сегодня хочу продолжить тему по обработке винограда пищевой содой. Прошло с того времени, как я обработал свои виноградные кусты, около недели времени. Давайте мы глянем на виноградные кусты, как они выглядят, а то у многих зрителей начали закладываться сомнения, что пожглись листья от той дозы, которую я дал для обработки винограда. Вот видим грозди. Грозди набирают уже окраску. Это сорт винограда «Донские зори». Вот такая окраска должна быть на всех ягодах винограда. Листья, давайте поближе глянем. Листья в идеальном состоянии. Давайте мы тут глянем. Вот, многие скажут, что это пожог. Нет, это не пожог. Это действие соды на данную болезнь. Поближе, вот сейчас лучше глянем. Вот видим, как выглядит листочек. Это действие соды, поражение грибковой болезни. Болезнь убита здесь, 100%. Видите, на других листочках, где не было заражения этой болезни, листочки хорошие. Вот, здесь тоже убита болезнь. При этой дозе, которую я дал при обработке винограда, работает сода. Вот видим тоже листочки как. Здесь было частично поражение мильдью. Убита мильдь. Вот видим тоже. Убита. Все хорошо работает. Вот видим. Листочек не пожег. Белый налет от сода остался на нем. Вот поближе глянем. Вот видим. Белый налет от соды. Листочек целый. Не сгорел. Вот, тоже видим налет от соды белый. Листочек целый, зеленый, не сгорел. А где были болезни проявлены, там мы видим вот такие погоревшие пятна. Это убитая болезнь грибковая. Так что смело обрабатывайте в этой пропорции, которую я выложил в видео. Вот так работает сода пищевая после обработки виноградных кустов. Это сорт кеша здесь. Далее, вот это виноград лора. Вот видим, какие гроздочки. Слава Богу, хорошие, не поражены ничего. Многие еще задают такой вопрос, что гниль меня и продолжается. Да, это профилактика. Если у вас до этого была уже гниль, то гниль это и будет работать. Просто надо удалять ягоды эти загнившие. А новые уже просто не пойдут гнить. Давайте мы глянем, как на молодняке это все сработало. Вот здесь молодой куст, вегетирующий саженец этого года. Это дубовский розовый. Смотрим высоту его. Молодые листья все целые, сохранены. Вот, поближе глянем на листочки данного винограда. Ничего не пожглось, все нормально. Если он не болел никакой болезнью, то и никаких прожогов, и ничего нету. Состояние отлично. Вот рядом еще Анюта 2. Тоже молодой саженец. Он, конечно, хуже развивается по сравнению с дубовским розовым, но тоже развивается нормально. Вот видим листочки зеленые, белый налет от соды видно, что сода здесь попадала. Все нормально было получено. Так что смело обрабатывайте виноградник свой в этой пропорции. Ну вот и все, такой краткий обзор после обработки виноградника пищевой содой той пропорции, которая была выложена в ранее видео. Кто желает получать известие о добавленных мною новых интересных и полезных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю здорового виноградника, богатых урожаев, всего доброго, до свидания.